Дренажные ливневые системы не справились с большим объемом воды, сообщает пресс-служба городской администрации. По мнению специалистов, затопление произошло из-за таяния снега, который скопился в лесном массиве и в районе аэродрома. В этом году высота снежного покрова превысила средние многолетние показатели. Резкий переход к плюсовой температуре спровоцировал активный сход воды. Вот, ливневка все остановилась, не справляется. Чтобы стабилизировать ситуацию в городе, специалисты регулировали уровень воды на гидротехническом сооружении, что минимизировало затопление садовых участков. С улицы Зернова ситуация была сложнее. Принятие противопаводковых мер от городских служб жители ждали с нетерпением. Реку, которую в шутку именовали Зерновкой, на машине, а то и пешком приходилось преодолевать на протяжении всей недели. И вот, наконец, сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия устранили подтопление помпами, откачав воду. На объекте строительства нового дома вода по периметру еще осталась. По словам Алексея Сафонова, чтобы снизить нагрузку на гаражные кооперативы, часть воды с аэродрома перенаправили на территорию дорожно-эксплуатационного предприятия. Руководство города и ядерного центра совместно с аварийными службами держит вопрос на особом контроле, сообщается в пресс-релизе городской администрации. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.